Привет жителям Цитадели, это передача по 12 баксов. Суть ее в том, что у меня будет абсолютно новый криптовалютный портфель, который я буду формировать во время этой передачи. И я буду вкидывать в каждую монету в определенный день именно 12 долларов. Почему такое число? Потому что это не так мало, как 10, и не так много, как 15. Вот, при том, что я ни одну монету, скорее всего, буду выбирать в день. Ну что ж, поехали. Это такой себе эксперимент. Результатами портфеля я буду, естественно, делиться. Я в течение там нескольких недель буду нарабатывать этот портфель, покупать монеты разные. Но я думаю, там через месяц я уже какими-то результатами поделюсь. Сразу хочу сказать, что это не краткосрочные в основном инвестиции, это реально долгосрочные инвестиции и инвестиции, которые, возможно, вообще в 2019-2020 принесут какие-то хорошие результаты. Я реально не надеюсь на этот год, я не знаю, когда там SEC решит с ETF-ом что-то, поэтому просто вкладываем по 12 баксов в крипту и надеемся на лучшее. Это такой наш эксперимент, за которым, я думаю, будет интересно наблюдать. Сегодня я выбрал 3 монеты для инвестирования. Сегодня рынок на самом деле на спаде находится. И может он и завтра будет на спаде на самом-то деле. А если он будет завтра на спаде, то скорее всего и послезавтра он будет в еще большем спаде, либо будет уравновешен. И там я уже, может, еще раз куплю что-то из этих же монет. Ну, вы сами понимаете, рынок крипты, да? Все может быть, все возможно, все скорее всего. Точности никогда нет, поэтому, ну, живем здесь и сейчас, и здесь и сейчас. Я вам буду рассказывать про монеты, которые я куплю. Первая монета — это Decentraland, ее символ мана. Она торгуется на Bittrex, торгуется на Binance, и, в принципе, на всех популярных площадках, по-моему, она есть. Сегодня ее цена 5,7 цента, не биткоиновского цента, долларового цента. Вот, и за 12 долларов мы купили 210,5 монет Decentraland. Если кто не знает, Decentraland — это такая себе монета, которая будет в обиходе в виртуальном мире. Ну, грубо говоря, ее разработчики строят там свою виртуальную реальность определенную. Если кто-то смотрел фильм, который называется «Первому игроку приготовиться», то вот там за какие-то монетки тоже сражались. И вот, в принципе, если у нас там через какое-то время, я не знаю, там через лет 10, мы будем все тоже ходить в этих виртуальных шлемах и думать о том, как бы нам монетки подсобирать, то вот Decentraland — это именно та монета, в которую стоит инвестировать сейчас, чтобы потом не быть с голой попой. Следующая монета упала достаточно низко, и в принципе грех ее не купить. Над ней работают реально лучшие умы современного криптомира. Ну реально, там может в Bitcoin Core еще сидят такие умы. Ну реально грех не купить Ethereum за 186 долларов, ребята. Подождите, Ethereum или... Как правильно, Ethereum или Ethereum, или как нас на английском учили, блин, Ethereum. Как правильно. Но я на самом деле в комнате один, поэтому вы напишите в комментах, как правильно. Чтобы вы потом не писали мне, что я безграмотная скотина и не знаю, как правильно читается эфир. В общем, за 12 долларов мы купили, короче, вот эту цифру. Я думаю, визуально вам лучше будет понятно, сколько я купил, чем я буду говорить, 645 десятитысячных эфира. Вот, мы купили по 186 доллара, отправляем ее в наш портфель. Следующая монета, хоть я и говорил, что я в основном надеюсь на долгосрочные инвестиции, но эту монету я, может быть, продам 15 сентября. Хотя, может, и не продам. 15 сентября, возможно, будет хороший ее рост, но может и не быть роста, ну, как обычно в криптомире, собственно. А почему? 15 сентября они запускают, наконец-то, там, свою платформу по полной программе. И 14 августа они говорили, что запуск платформы будет через месяц.
Вот, собственно, 15 сентября, это как раз месяц. И на CoinMarketCal уже, в принципе, висит это событие. Там еще помимо того, что запуск системы их будет, запуск платформы, еще будет airdrop. Поэтому, скорее всего, халявщики поднимут цену перед 15 сентября. И 15 сентября либо сольют, либо запуск пройдет настолько круто, что там монета будет и дальше расти. Но есть сомнения. Но в принципе EOS по $4.89. Ребята, ну я думаю, что тоже грех не купить, как и эфир по 186. Но эфиру по 186 на самом деле... Большая благодарность всяким ICO-проектам, которые собирали кучу эфиров на краудфандинге, можно сказать, ну, на ICO своих. И вот сейчас они их продают тысячами, и вот мы видим эфир по 186. Что EOS, что эфир, вы можете приобрести, ну, EOS вообще везде можно купить, я думаю, на любой бирже. А EOS есть почти на любой бирже, кроме Bittrex. И когда он появится на Bittrex, это на самом деле будет очень хорошее событие, которое очень хорошо повлияет на его рост. Это будет рост объемов, ну и, соответственно, рост цены самой монеты. Вот, я, кстати, тут говорил слово airdrop. Да, и если кому-то непонятно, что такое airdrop, совсем скоро выйдет наша передача для новичков в криптосфере, может и некоторым бывалым нужна будет эта передача. Она будет называться «Чего-чего», в котором мы будем отвечать на часто задаваемые вопросы и вопросы, которые, как мне кажется, должны интересовать новичков. Последнее, что я хочу сказать. Ребята, продайте свои биткоин-голды. Я не шучу. 14 сентября будет делистинг. Если кто не знает, делистинг — это когда убирают с биржи монету. Делистинг биткоин голда с Битрикса. Ну, это огромная площадка, и делистинг биткоин голда явно повлияет на его цену. Поэтому, если он у вас есть, продавайте. Я вообще не знаю, зачем вы его покупали, но продайте. В принципе, на этом все. Ставьте лайки, если хотите. Можете подписаться, если хотите. Но я никого не заставляю. С вами был Скандер. Хвала жителям Цитадели. Пока.